Then another version. Let's write some more statement, like six of them. And there is a line where x is a number, so we can draw it on a line. Zero, for example. And where the question is a bit strange, of course, it's not that natural to consider it, but just for fun. Where are x's such that a number there is an odd number of true states? It's a bit strange, but still. Где находятся те иксы, для которых четное число утверждений верно? То есть всего здесь шесть нечетных утверждений. Вот нечетное. Значит, всего здесь шесть утверждений. Значит, спрашивается, можно ли нарисовать на этой оси, где находятся те точки x, те числа x, для которых среди этих утверждений четное число верных. Нечетное. Извините, ради бога, нечетное число верных. С этим английским все время. Нечетное число верных. От по-английски вообще немного довольно забавно. Четные и нечетные. По-русски это нейтральные вещи, четные и нечетные числа. А по-английски слова even и odd имеют некоторый другой смысл еще, помимо четности и нечетности. Но even еще употребляется как даже, но это не так. А even это равное, как бы, поровну. Видимо, это значит, что можно разбить число поровну на две группы. А odd еще имеет смысл, что это какой-то такой странный, непонятный, неправильный, почему бы это негативный такой оттенок есть у слова odd, но значит, для нас это просто ничего. So the question is, where are x's when there is an odd number of true statements? So can somebody draw it on a board? So for example, we know that if x is greater than 6, then all statements are true. There are six true statements. So this part doesn't work for us. Это честно не подходит, тут все шесть верные, а нас интересует, где нечетное число верное. Значит, должно быть там от 0 до 6, должно быть либо ровно 1 верное, либо ровно 3 верных, либо ровно 5 верных. Вот. Можете вы что-нибудь нарисовать? This is 3. Let's just make our marks. If only this is true, and all others are false, если это верно, все остальные ложные, then we have one true statement. Тогда у нас одно утверждение, and one is an odd number. В случае, когда одно утверждение верное, нам подходит. Давайте его ответим. Давайте. This is all false. So below one, левее единицы, ниже единицы, все ложные. And so we are where is the zone when this is only one true statement? Without one. This up to two. Including two, включая два. Значит, если число от единицы до двух, включая два, но не включая единицу, то смотрите, это верно, а эти все неверно. Another possibility, we have this are true. Три. Мы знаем, значит, предположим, что три у нас. Когда у нас три истины, когда ложные. Если три истины, то мы знаем, что эти три истины. Потому что они как бы истины справа налево распространяются. Значит, они истины идут до какого-то места. Значит, если эти три истины, а эти три ложные, какая у нас получается картина? Three again is not good, but up to four, including four. Okay.
So we can say this is one, all false. Here is one true, and in this region we have two true statements. It's not what we want. Просто в школе есть определенные правила, как такое записывается. Я от 5 до 6. Да. Можно объяснить, что означают разные знаки. Например, вот видно, что здесь кругленькое, а здесь квадрат. There are different notations. This is the, it's called parenthesis. Круглые скобки, по-английски parenthesis. А квадратные называются square brackets. So we have different signs. We have a parenthesis on the left and square bracket on the right. Что это значит? Square, let me write it. Square – это квадратное, удивительно. А скобка называется bracket. Square brackets is including number. So this means that 4 is included. And 3 is what? How do you say in English if something is not included? Противоположное слово будет. Включенное? Outcluded. Нет. Кто не знает, как будет правильно исключенное? Что бывает, something is included in price. And some options are special, are not included in the price. Кого-то исключили. Не знаете? Excluded. Included. А если кого-то исключили из школы, то как говорят, что кто-то был выгнан из класса? Как, какое слово? Kicked out, yeah. It's more, it's more physical action. And but no, it's expelled. Нельзя сказать, что he is excluded. Его, если его исключили при подсчете, то это, так сказать, he was excluded. You shouldn't say expelled from the school, not from the class. Expelled from the school. Yeah, expelled from the school – это юридическое действие, что все уже, так сказать, с конца. А expelled from the class – class – it's… Okay, and what is this, what does this mean, this semicolon? Точка запятой. Точка запятой. Как это можно? Что означает, когда мы пишем подряд? Положено писать не так, Жень. Ну, это в разных школах. Объединение. Объединение. Есть такой значочек. Иногда еще пишут, да. Объединение. Yeah. So this is most... And I know, each year they have another rule, so I'm not sure what is the current version. But at some point they write like this. Это означает объединение. So it means that these are good and these are good and these are good and nothing else is good except for these three things. Okay. Так, тогда уж еще один вопрос. In English, please. You want to speak in English, so you are forced to do the same. Square brackets, yeah. Parentheses, and the third kind, фигурные скобки. The third kind. It's very, very well-known thing. It's curly. Curly brackets. Вот то, когда множество. Множество, оно в фигурных скобках обычно. No, it's just a typographic symbol, whatever you, for which reason you use it. This, if you write this, it's called curly bracket. Curly, what is, do you know what is curly? Yeah. What if somebody is curly, has curly hair, that's just a... Okay, thanks. So this is the right answer for the same problem. And the union.
the sign of... No, it's actually just the union. There is a interpretation, but it's not an English word. The interpretation is maybe, you know, it's cup. But it's not, of course, not, unlike other interpretation, it's not the Lord. You cannot say this cup is something so strange. Union. I just will say union of 1, 2, 3, 4, 5, 6. I don't know whether there is a special word. Maybe there is. The common part, пересечение. So, this is intersection, intersection. Oh, intersection. Just пересечение. Intersection, точно. But there is no special name. It interprets cap. Intersection, я вспомнил, действительно такое слово. Okay, we will show how this is used.